Отчеты правительства перед населением в эти дни проходят в Алекминском районе. Территория Улуса большая, поэтому делегация разделилась на 5 рабочих групп, каждая из которых работает в отдельных наслегах. Какие вопросы поднимают на встречах алекминчане в сюжете Елены Фаст? Вопросов очень много. Коротко подытожил первый день работы своей группы Петр Николаевич Алексеев, первый заместитель председателя правительства республики. Еще 4 группы работают по всем наслегам района. Общий результат пока не подведен. Итоговый отчет состоится в субботу. В селе Первый Нерюктяинск зал практически полон. Можно отметить, что часть вопросов звучала с предложениями. В селе нехватка специалистов сельского хозяйства. Может, стоит начать воспитывать своих? Насчет развития сельского хозяйства правительством делается многое, но я бы это подумала бы развивать при школах учебу по фермерству, потому что дети, которые обучаются в сельской школе, они должны азы знать, и кто может стать механизатором, кто овощеводом, как раньше, например, учили. Это дело надо продолжить. Мы говорим о том, что в республике будут созданы образовательные производственные площадки. То есть это значит, что в рамках данных площадок вместе будут работать агрошкола, это раз. Второе, образовательное учреждение, среднеспециальное или высшее учебное заведение, это два. И должен принять участие в этом проекте конкретное сельхозпредприятие. На днях выйдет указ главы республики о развитии кадровой системы в сельском хозяйстве. Там, значит, вопросы взаимодействия агрошкол, вопросы взаимодействия Министерства сельского хозяйства, Министерства образования с этими школами, как будут аккредитовываться эти школы, что будет от них, ну, какие требования для них будут определены, какие измеримые результаты мы от них ожидаем и так далее. В этом указе все будет прописано. Поэтому действительно, нас ждет большая перезагрузка в этом вопросе. В селе Алекминское животноводы Амгин Алекминской фермы мечтают о строительстве комплекса. Несмотря на ветхое состояние старой фермы, результаты впечатляют. Поголовье увеличивается. Вопрос, конкретный вопрос. Конкретный вопрос. Так. Когда будет у нас новая ферма? Новые коровники? Новый коровник будет, появится у нас что? Поголовье увеличится. Мы можем задержать до 1000 поголовья. Уже по первым дням можно сделать вывод. Диалог напрямую населения правительства необходим обеим сторонам. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекмин.